Итак, покажу вам буквально, как в Турции приглашают родственников или друзей и как накрывают стол. У нас это просто завтрак. Вот такой салон. Обычно эта комната для приема гостей. А до пандемии в Турции это было прям как, знаете, через день постоянно приходили гости и садились вот за такой большой стол. Так, это пексемет. Такие рулетики с кунжутом и с пастой из кунжута. Очень вкусно. Этот рецепт у меня есть на канале. Оставлю ссылку внизу. Это такие пончики. Тоже рецепт есть. Смотрите, много зелени всегда. Это просто и петрушка, и разная трава. В общем, все, что есть. Перчик сладкий. Вот так вот. Помидорки, огурчики. Так, извините, у нас шумно. Вот всякие виды варенья обязательно. Сыр, оливки. Это еще не все. Обязательно в духовке запекается картошка. Также здесь есть вот такой омлет с творогом и с зеленью. Суджук – это такая турецкая колбаса, которую жарят или с яйцом, или просто с овощами, или просто в одиночестве на сковородке. А муж их готовит. Доброе утро. Доброе. Ну и тарелка с овощами. На данный случай у нас арбуз. Сочный, супер вкусный, холодненький. Посмотрите, обычный омлет, обычное яйцо, а выглядит как тортик. И прям вот такое украшение на столе, не так ли? Так что, девочки, если вам интересно посмотреть вот такие традиционные собрания, гости турецкие, то перейдите в раздел, по-моему. В общем, я оставлю ссылку внизу, как точно раздел называется, я уже не помню. И также есть какие-то влоги интересные, где я показываю жизнь турецкую, поэтому если вам тоже интересно, это все на этом канале, можете тоже посмотреть ради интереса, если хочется. Вот. А так, все, ждем картошечку, овощи, фрукты мы поставим потом, потому что они холодные. Также будет, естественно, турецкий чай в красивых стеклянных стаканчиках. И в самом конце кофеек. Это уже перед тем, как вот уже практически вставать из-за стола. Турецкая хозяйка знает, у нее работает интуиция, она понимает, когда нужно готовить турецкий кофе. Это уже значит такой как сигнал, что гости практически расходятся. Вот. Это у нас буквально не просто какие-то гости, это родственники придут, вот, просто на завтрак. То есть не готовится ничего такого супер непонятного, сложного. Все простое, но, тем не менее, вы видите, стол достаточно нарядный и красивый. Так что вот, может быть, еще что-нибудь сниму, может быть, нет. Но вот такой вот маленький мини-вложик для вас, дорогие друзья.
Babacığım, çeyizi biraz daha çek.